Удовлетворенность населения качеством медицинских услуг относится к приоритетным задачам Министерства здравоохранения. Все больше казахстанцев жалуются на повышение цен на лекарственные средства, долгое ожидание бригад скорой помощи, очереди в поликлиниках и нарушение прав пациента. По вопросам качества оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения обращайтесь по телефону контакт-центра 1406. Комитет медицинского и фармацевтического контроля, НАО Фонд социального медицинского страхования и их территориальные подразделения. Государство гарантирует гражданам обеспечение прав в области здравоохранения, а также защиту от любых форм дискриминации. Отстаивайте свои права грамотно!